Здравствуйте, друзья! В этом видео я предлагаю вам понаблюдать за нашим сычом. Как вы видите, сыч – это не сова, это домашняя крыса. И сегодня я хочу построить видео так, что мы будем просто наблюдать, как говорится, без комментариев. Я подобрал наиболее интересные моменты, которые удалось заснять из жизни сыча, и предлагаю их вашему вниманию.
Вот так. Надо сделать свечек. Ночная жизнь, да, началась? Что ты так упал-то? Упал-то. Держаться надо крепче. Крепче надо держаться.